5 ДТП, 2 из них с пострадавшими. На прошлой неделе госавтоинспекторы отметили снижение внимательности водителей на дорогах. Погода в межсезонье меняется чуть ли не каждый час. При этом необходимо быть особенно сконцентрированным за рулем. Вблизи дома по адресу Димитрова, 73, женщина на Ниссане не учла дорожные условия и видимость, не справилась с управлением. В результате чего выехала за пределы проезжей части, где осуществила опрокидывание. В результате данного дорожно-транспортного происшествия данный водитель получил телесные повреждения. После осмотра врачом была отпущена домой. Еще одна авария произошла на Южном шоссе 22. Мужчина на приоре хотел обогнать водителя на газе, который уже поворачивал налево с соответствующим сигналом. Машины столкнулись. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Приора» и пассажиры получили телесные повреждения. После осмотра врачом также были отпущены домой. Всего на прошлой неделе госавтоинспекторы выявили 251 административное правонарушение. Из них 2 случая с пьяным вождением, 81 нарушение использования ремней безопасности, 38 случаев нарушения требований страховки. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.